Всем доброе утро. Я сегодня вышла на улицу. Посмотрите, какой у нас снег. Вон, все заметено полностью. Выходишь из дома, все. Снег вообще ужасно. Дорога вся позаметенная. Сейчас начнет еще таять, она сегодня будет ноль. Начнет таять все, представьте, слякоть начнется. Вообще ужасно. Как у вас дела? У меня все хорошо. Утро очень хорошее. Ну, конечно, снегу чуть-чуть намело, а так вообще настроение отличное. Сейчас на работу приду. Нужно заказ Иван оформить. Оформить заказ нужно мне будет сегодня. А вечером мне хорошо, не нужно будет готовить, кушать. У меня все приготовлено. Так что я сегодня вечером отдыхаю. Ничего готовить не буду. Ой, чуть не упала. Сейчас сестренке позвоню. Поболтаем с утра. Как у нее? Она сегодня выходная. Ну, Лильку все равно поднимает. Ну, попробую позвонить. Может, все-таки трубочка возьмет. Может, не спит моя роднулька. Позвонила ей, она не может говорить, детей в школу отправляю. У меня сыночка ушел в школу, дочь еще спит, ей попозже сегодня. Так что, такие дела. Вчера посидели очень хорошо своей семьей. Ой, что-то тут возле дома ветер такой. Ай, вообще ужасно. Ветерок прям дует в лицо. Обалдеть. Сейчас глаза слезиться начнут. Вот сижу на работе. Сделаю себе кофе. И оформляю заказ Avon. Сейчас оформлю все. Девочки меня подсказывали тут. Ну, немножко так, чуть-чуть. Отправим заказик. Потом буду посылочку ждать. У меня еще где-то конфетка была. Нашла я свою конфеточку в сумочке. У меня лежала. Сейчас я буду. Ох, эти конфеты. Открываю вообще нормально, да? Ну, ничего страшного. Так, сейчас заказ мы оформим. У меня сколько человек заказало, сейчас посчитаем. У меня тетрадка записана, сколько заказывает. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9, 10, 10 человек, ну и включая меня. У меня будет 11 человек заказывало. Ну, сумма небольшая, так, у меня по чуть-чуть. Кто что по мелочам заказывает, много, сильно не заказывает. Я иду с работы, у нас он растаял, как все, тропиночки, все растаяло уже. Сегодня вообще прям тает. Хорошо на улице, тепло вообще, обалденно. Погода вообще хорошая, мне так нравится. Прям весна весной. Ну, солнышка нету. Если бы солнышко еще светило, это вообще была бы красота. Зашла в киоск, взяла Степану сосиску в тесте. Хотела пиццу, пиццы нету, как обычно. Взяла сосиску в тесте. Ну, ничего, он довольно будет. Сейчас, наверное, гулять он убежал куда-нибудь. В общем, еще... Эйвон так я и не заказала на работе у меня. Там вызвали... Дела были, так, в общем, я все свернула и ничего не доделала. Взяла все домой. Сейчас домой приду и сяду, буду этим делом заниматься. А я думала, чем я сегодня буду заниматься дома, если мне готовить не надо. Приду, упаду и буду лежать. А не тут-то было. Сейчас приду, им придется заказ отправлять в Avon. Ну, как бы это недолго, но все равно время. Ну, ничего. Хотела прогуляться куда-нибудь сходить. Неохота идти далеко. Сегодня суши по акции. Суши Воки. Где мы всегда... Ой, чуть сумка не слетела. Суши сегодня по акции, суши Воки. Вот я думала сходить с дочей туда. А она только выехала. На остановку только пошла с колледжа.
И, в общем, не хочу ее ждать. Сейчас мне еще сколько по времени ждать, не знаю. Я пошла домой. И уже из дому мне выходить никуда не хочется. Мне по привычке еще, знаете, бывает, иду домой. Еще на работе нахожусь и думаю, так, сейчас я приготовлю то-то, то-то. Зайду в магазин, возьму. И все. Представьте, выхожу с работы. И уже дома вспоминаю. Блин, я же хотела в магазин. Друзья, бывает у кого-нибудь такое? Или только я одна такая? Нет, 100%. У кого-то еще такое есть. Все забывается. Опа, очки. Дети, вон, смотрите, сколько играет. Вот так, 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 вон. На стадионе. Сейчас я посмотрю, Степанчик мой там или нет. Не вижу. Так, 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 так. Сыночки нету. Знаете, как я его отличаю? Я всегда по звуку слышу. Слушаю, если крикнул, крик Степана только на звук, то значит он там. Ну так вроде смотрю, нет. И тихо, никто не верещит. Зашла домой, я купила молочко, сыночки сок и сосиску в тесте. Ну и каталог взяла с собой. То, что сейчас буду я заказ делать. Забыла, на работе не успела. У меня сынок вышел снег кидать. Вот он кидает, молодец, какой, дорожку расчищает. А снег липкий-липкий. Ой! Ой! Ну, а падает чуть не. Смотри, какой липкий, снеговика можно спокойно сделать. Да? За двором сейчас пойдем, давай сделаем. Тяжелый, да? Снег. Капает все с крыши. Вообще жесть. Ребеночек у меня работает, сынуля. Молодец. Все, я зашла. Сыночек на улице у меня. Снег чистить. Я, пока компьютеры у меня не заняты, сяду в компьютере и оформлю заказ. В компьютере удобней. Я думаю, что я на работе-то не сделала. Я точно знала, что дома удобнее будет мне за компьютером. Только Степкина игра. Я не знаю, как выйти с нее. Игрушку он включил. И что мне делать? Куда нажимать? Ха! Странно. Сына, вот что мне сделал? О, нашла. Выйти из игры. Да. Все, я вышла из игры. Сейчас зайду и буду работать чуть-чуть. Работаю. Оформлю заказик свой. Сейчас я музыку включу себе и под музыку буду оформлять. Так, 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 так. Начать или продолжить? Продолжить. Я начала, потому что на работе. Сейчас я продолжу. Заказ свой. Все, все так, как надо. И музыку включу. Буду слушать и работать. Все, у нас дочь пришла с магазина, кое-что купила Степану. Ну-ка, показывай, что там Наташка тебе купила. Это хлебцы купила она. Сыр. Ну-ка, что за сырочек, дай посмотри. О, сестренка, ты мне советовала сырок такой. Мы уже сбегали, купили. Сейчас попробуем. Хлебушек. И Степану что-то купили. Счастье какое-то. Вареники. Мне что-то неохота было лепить сейчас вареники. Наташка попросила, она купила. Так что сейчас будем мы варить Степану вареньки и пробовать хлебцы с сыром. Да, Степка? Да. Ой, ты привет-то не сказал всем. Да, всем привет. Привет. Так, сырок мы уже открыли. Попробовать. Я буду с этим. А вкусный какой? Он сейчас с медом. В смысле с медом? Не знаю, что тут. Давай попробуем. Сладким или нет. Давай понюхаем. Ой, Наташка, они сладкие. Степка, что сладкие? Сладкие тут же видно. Так будем есть. М-м-м.
Какие они вкусные, сладенькие. Короче, сыром они не поканают. Ну, сыр вкусный. Все, что тебе понравилось? Не, да. Да? А сыр попробуй. Ложечка. Вот ложечка лежит. Ну, скажи мне, что, как на сыр? Вкусно. Ну, куда ну? Что, прикольно, да? Короче, нормально. Ну, хлебец вообще прям вкусный, да? Угу. Мне тоже понравился. Ой, у меня вареники. Ой, вода на варенике закипела. Варенички кидаю я. Сейчас, сыночки, сварю вареников. Вареники. Ай, горячую. Вареники прям такие, знаешь, как на домашние похожи. Дочь, смотри. Мы такие лепим дома, да? Вообще прикольные. Сейчас посмотрим, еще попробуем на вкус, как они. Вкусные, нет? Да? Ты будешь вареники, нет? В принципе, у нас там картошка, мясо, Наташка, салат, все есть. Хлебцы вкусные просто так, да, если их есть? Но не сыром. Сыром у нас, знаешь, что можно это, дочь? Сухарики, вон хлеб. На них это сыр намазать. Так что все, вареники кинула. Сейчас вареники сварятся. Сыночка у меня покушает. Вот сварила я, сыночки, вареников чуть-чуть. Сели мы перекусить. Пойдем, сыночка. Варенички вкусненькие. Так. И чай или кофе. Сына, ты будешь что-нибудь? Чай или кофе? Я там чай. Сок есть тебе. А, да, сок. А что тебе вилку? Ну иди вилку бери. Деловой сел. Есть. Тебе, дочь, что надо? Я чай буду. Зеленый? Угу. А ты что думаешь, как я хочу? Кофе, наверное, да? Нет, не хочешь кофе. Почему? Потому что все, хватит. Вчера пила, завтра попьешь. Ты что так меня напугаешь? Я... Мам, нельзя каждый день кофе пить. Я читала в интернете, что ты пишешь про это кофе. Наташа! Да, я тут. Ты читала про другое, что пишут? Вот и все. Да, я читала там. Дай матери кофе спокойно. Представьте, мне кофе не дают пить. Вы представьте, прочитают в интернете там что-то. А я хочу. И буду пить. Могу себе позволить. Я мать двоих детей. Ну, тут Наташа троих. Я двоих. Че, вилочку кому надо? Кто попробует? А я пробую. Блин, вот я сам за вилкой шел. Так я три вилки взяла. Ты сама сказала, иди за вилкой, я тебе вилку давать не буду. А ты не мог нам взять? Нет, себе любимый. Выключился. Да чай, говорю, выключился. ЛПО. Да, я вот недавно обновляла. Может, из-за тебе полно, нет? Да. Прям сверху. Да. Хорошо. Я вот не знаю, с молоком. И ложечку еще можно маленькую. Все, мы сели попробовать вареники магазинные, но они похожи на домашние. Очень сильно. Очень сильно. У Степана слюнки бегут, а вообще нормально. Нет. Чувствуется, что магазины не домашние. Все как. Нормально, как домашние? Нет. Домашних. Вкус лучше. Ну, домашний. О, блин. Я знаю, что сделаю. Сыром поможу. У меня будет вареник с сыром. А я могу. Сейчас прикольно. Да? Попробуйте. Там перца много. Я чувствую перец в варенике. Вон, внутри смотри. Ага, теперь почувствовал. Вкусненько. У меня еще вот такие сухарики есть. От бутербродов остались.
Сейчас я ветчину намажу и не сухариком. Очень вкусно будет. Я люблю, пытаюсь смотреть в камеру все. А Степка любит смотреть, да? Угу. Я знаю. Тебе надо всегда камеру включать, и ты будешь всегда в камеру смотреть. Ну вообще прям вареники. Это что у нас с сыром, с плавленным сыром, вообще красота. Сметаны нету? Холдонский, как? Угу. Холдик. Хохланд, господи, Степ. Ну, Хохланд. Для меня это холдик. Отдай мне. Сыр тебе дать? Да. Даже Степану понравилось. Мне всегда сыры не нравятся. Угу. На удивление. Он вообще не любит. Ненавижу. Угу. Тут вообще он вкуснёцкий. Да? Ну, ничего. Я решила один попробовать, что-то, мне кажется, уже разошлась, да? Ну, больше одного уже съела, точно. Я счёту сбилась, 2 или 3, наверное. Ну, думаю, съесть второй нет. Нет, я сейчас еще один и все. Степка, почему ты нам разрешаешь свои вареники есть? Не разрешаешь? Это? Они большие какие-то? Ну. Наташа же за ними ходила. У тебя, значит, очки не разрешаешь? Да. Нет. Я просто не смотрится так вот эта штука сверху этого. Ты просто давно не видел. Кого? Говорит, у тебя очки новые. Ага. Понятно. Правда, прям перец. Зачем только перцу кидать? Картошки. Это хорошо сырком заедаем, нормально, да? А я без сырка. Вареньки собирай. Я, наверное, штук 5 съел, это точно. А только хотела попробовать. Так, я молочко хотела, с молочком сейчас еще. Че, в школе, Степ, что, не маршировали? Нет. А почему поменяли? Ну, не знаю, потому что там до 4 класса ходили, мы маршировали. И сказали, что актовый зал занят, большой зал занят, и маленький, малый зал тоже занят. А это, что подарили тебе? Шоколадку, которую я в школе съел. Кинь без нас. Большую или маленькую? Маленькую. Так кому подарили, Наташа, 23-е? Я могу даже в кармана Я шучу. Ты покажи мне это. А что еще подарили? Шампунь. Вот. Теперь хлебцы оказались сладкими. Которую Наташка купила. Нет, они вкусные, дочь, но не пойдет с сыром и это. Ну их без сыра. Да. Я сейчас вот так вот помажу. Такая. Оно все чесноком пахнет. И ты вроде же мазаю. Понял? Вот, какой-то открытый. Шампунь. 23 февраля. Ну, шампуньку. И вот такую шоколадку Сникерс. Ой, так она маленькая. Что там тебе на один зуб-то? Ты даже не заметил, да? Ну, такой шампунь Степану подарили. Не видно. Классе сидеть, девочки. Я милюсь, покажу. Вау. Машина. В смысле, это гель для душа? Ну, нарисовала машина. Так ты мне говоришь, что это шампунь, Степ. Он так решил. Гель детский для душа. А что, гелем что, мыться надо? Да, это тело мыть. Ну, ём. Будешь мыть. Вот тетю Наташу вот везти надо. Ну, конечно. Или с собой всегда брать. М? Или с собой всегда брать. Я равно ты же забудешь. Тебе что-то дать, тетя? Нет, я думаю, съесть конфету или нет, съесть.
Ну, ты сейчас конфеты еще съем. Кусеньку мою, да. Я вообще кушать не хотела. Я села просто попробовать ветчину. Не понимаю, что я уже наела. Не забываем ставить пальчик вверху. И подписываться на канал. Всем пока-пока.